Здравствуйте, мальчишки и девчонки, мамы и папы, бабушки и дедушки. Приближается главный праздник, Новый год. В эти дни наши дома становятся уютней. Мы украшаем их гирляндами и игрушками. Готовим друг другу подарки. И я желаю с пользой провести эти предновогодние денечки. И я хочу попросить каждого из вас научиться взаимопониманию и правильному взаимодействию на дороге, чтобы общение водителей и пешеходов приносило только позитивные эмоции. Я и сам, как вы знаете, частенько бываю за рулем. Увидели пешехода, который хочет перейти дорогу? Остановитесь, улыбнитесь и покажите ему рукой «Проходи». Что же делать пешеходам? Переходить дорогу только по зебре и только на зеленый свет. Поблагодарите водителя улыбкой или кивком. Ему будет приятно. Не забывайте быть заметными на дороге. Носите световозвращающие элементы на верхней одежде, на сумках и рюкзаках. Уверен, что тогда мы сможем сделать наши дороги безопаснее, а общение водитель-пешеход позитивнее и без лишних эксцессов. Так что бережней относитесь друг к другу. С Новым годом, родные! И помните, я вас всех очень-очень люблю!